Министр юстиции Российской Федерации Константин Анатольевич Чуйченко и заместитель премьера обмениваются программой сотрудничества на 2024-2025 годы. Генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Евгеньевич Ли Социалистической Республики Вьетнам Хунь Тань Дат обмениваются меморандумом о графике руководитель Федеральной службы по надзору и генеральный содиректор совместного российско-вьетнамского тропического научного министр промышленности и торговли Сам Зиен передает генеральному директору акционерного общества зарубеж народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации общественных наук Фан Тихиу обмениваются соглашением о сотрудничестве. Федерального университета Борис Николаевич Коробец и президент Ханойского государства обмениваются соглашением о сотрудничестве. И президент Ханойского государственного университета Ле Куан обмениваются соглашением о сотрудничестве. За Петро-Вьетнам Ле Мань Хунг обмениваются меморандумом о сотрудничестве во Вьетнаме. И генеральный директор фонда BVIM Нгуэн Тхай Ха обмениваются. Был также подписан ряд других документов в различных областях.